продолжаем. У нас из таких вот побочных занятий пока что на скелете осталось еще поиграть с мышавуром в гвинт. Может быть, он потом даст наводку на каких-то еще игроков, я не знаю. Да, по-любому даст. Не знаю, пока он только у нас, и все. Мы можем поговорить? Ух ты, можно поспрашивать. А давай поболтаем. Мы с Йен были на Хингарсфьяле. О, и что вы узнали? Цири была в Лафотене. Она появилась там раненая, деревенские о ней позаботились. Но по ее следу шла дикая охота. Цири сумела сбежать, но жители деревни... Я все знаю. Я уже говорил с теми, кто выжил. Ну что же, хорошо, что Цири спаслась. Надеюсь, вы скоро ее найдете. Что друиды думают о новом владыке Скеллиге? В Антрайтах течет хорошая кровь. Трудность в том, что Керис — первая женщина на троне Скеллиге. Не все довольны. На Скеллиге 7 кланов, и каждый хотел бы, чтобы король происходил из их рода. Но Керис справится. Она не так порывиста, как Хьялмар. Она думает и лишь потом действует. С таким советником, как Крах, она может оказаться доброй королевой. Ты стал иерофантом? Мои поздравления. Благодарю. Круг друидов Скеллиге избрал меня уже несколько лет назад. Как раз когда разгорелись давние споры между кланами. Значит, занимаешься политикой? Почему нет? Друиды веками странствуют между кланами и сдерживают эту бесконечную грызню. Забота о равновесии заключается не только в том, чтобы контролировать численность форели в ручьях. По счастью, ярлы всегда ценили нас как советников. Мне интересно, что ты думаешь по поводу войны? Ну что же, я думаю, что Эмгыр выбрал для войны неудачный момент. По-моему, трудно было выбрать лучшее время. Север разбит и в смятении. Север слаб, это факт. Но до меня дошли слухи, что и в самой Империи дела идут неважно. Слишком много всего, чтобы начинать войну. Родовид — безумец. Способный безумец. Он такого шанса не упустит. Угу. Дай-ка сохранюсь. До свидания. Не уходи. Стой, 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 стой. Мы можем поговорить? Ты случайно не играешь в гвинт? Случайно играю. Первую колоду я получил еще когда жил в Цинтре. А потом научил правилам Пол Скеллиге. А что, хочешь сыграть партейку? Что-то мне уже страшно. Да, сыграем. Ага. Я вот думаю теперь, я тут немножко колоды пособирал. Чудовище, Нильфгард, Скайтейли. Ну так, повел их. Привел их, так сказать, к чему-то целому хотя бы, а не просто набросанным картам бездумно. Попробовать? Ну, можно попробовать вообще, наверное. Вот чудовище ну, пока... Ну, что ты теряешь? Ну, проиграешь. Ну, попытки. Попытки ну, лишние. Попытки, да, согласна, но не смертельно, я думаю. Да, попробуем. Там хоть и... Не то, чтобы сказать, что полная колода, но... Ой, сложно сейчас будет ориентироваться, конечно. Так, у нас есть кухарка, у нас есть главоглаз и вампиры. Нам не хватает еще какого-нибудь лютика, я не знаю. Вот против чудовищ у него, наверное, мгла и ливень-то не подойдут. А может и нормально будет. Кто бы знал. Скину, наверное, ледяного великана. О, накер? А, нет, гуль, по-моему. А, вы чудовище лучше... против чудовищ? Да. Играете. Было бы лучше, если бы все-таки потерял, короче, мысль. Ладно. Лютик, короче, мне нужен. А лютика нет.
Вот так, да? А если я сделаю сейчас вот так? А не рано? Ну, может, и рано. Двенадцать, да. Хотя я мог бы их всех убить. А, у нас же, кстати, самый сильный еще остается. Точнее, не сильный, а рандомно. Остается кто-нибудь на поле боя. И... ну и ладно, и я пасую. Достаточно странный бой получается. Прикольно. Не очень много пришло. Не эпично, да. О, вампиры. Но у него-то все в порядке с этим. Сейчас, погоди, сейчас мы сдуем этих вампиров. Может, надо было подождать и попозже? Не знаю, возможно. Но я бы не сдул их всех. Ага. Кстати, золотая карта ни одна тоже не попалась. А какая у меня там способность-то? А, удваивает силу всех отрядов. Ну, в принципе, мне терять особо нечего. У меня первым сдохнет этот. Три галки, потом Весемир. А можно с другой стороны, в принципе, самое печальное, что пока у тебя нет ясной погоды. Ну да. Я могу еще потянуть время за счет вот этих погодных всяких карт. Ага. Хорошо. Ну, тянем время. Хе-хе-хе, тоже тянет время. Еще туманчику добавь. Пас. Чик-чик. Замечательно. Мои поздравления. У тебя хорошая колода, но ее можно усилить. Вот, возьми карту. Спасибо. Ты отличный игрок. Попробуй-ка сыграть с Крахом. Это я отдал ему колоду, научил правилам игры, но ученик давно превзошел учителя. Еще есть Гремист. Вредный тип. Но в таланте ему не откажешь. Во! Леший. Леший. Золотая, да? Ой. Да, Леший — это золотая карта. Он же как раз против нас ее сыграл. Да, да, да. Можно добавить. Я вот не знаю, но возможно есть смысл выкинуть, конечно, Мглу и Ливень, допустим, из колоды. Но в то же время, смотря против кого будем играть. Если да, заранее знать, то, конечно, было бы проще. Так, Гремист. Пошли к нему. Он тут где-то поблизости должен быть. Вроде как. Ай. Сейчас бы еще помереть. Сказал он. Классно. Я надеюсь, меня сейчас сохранили. Сейчас будет еще помереть. Так, надо закинуть, наверное, карту.
Потому что сохранили-то до. Да. Сохранись. Так. Ну-ка давай-ка сыграем-ка. Я научил тебя всему, что умею. Чего еще ты хочешь? Я хочу в гвинт. Ты часом не играешь в гвинт? Если ты спрашиваешь, не хочу ли я сыграть с тобой, ответ простой — нет. Боишься проиграть? Понимаю. Отлично, доставай колоду. Если я проиграю, получишь лучшую мою карту. Ну да, вредный. Чудовищами против него сыграть опять? Или попробовать там что-нибудь вроде Нильфгаарда? Со шпионами. А давай чем попробуем. Он играет? А я не знаю. Так. Ой, не-не-не, казнь мне не нужна еще одна. А у тебя там нормально по составу-то? Да вроде ничего так должно быть. Золотых очень много, шпионов очень много. Три шпиона получается вроде. А нет, даже больше должно быть шпионов, по-моему. Или я не всех закинул, погоди-ка. А, это прочная связь, это не то. Хотя, кстати, их можно тоже закинуть, наверное. Правда, у меня много карт получается. Эх. Я не знаю. Давай попробуем. Чего мы теряем? Он тоже за Нильфгаард играет. Ну, класс. Так, это оставлю. И ни одного шпиона? Да вы прикалываетесь. Супер, прям. Прям супер. Посланника одного. А, нет, это можно оставить. Нужно оставить. Вот на Узику или Имперу можно выкинуть. Хорошо. Да ну ни одного шпиона, ё-моё. Ну ладно, может даст шпиончика. Фига. Она. Ха-ха, хитрый какой. Уфу. Ах ты, гад. Второго я тебе не дам. Хи-хи-хи. Вот гад спасовал. Так, 10 и 3, наверное. Если у него есть казнь, то все пропало. Давай жахни казни. Смотри-ка.
Ну ладно, надеюсь, что нет. Я вам предложила, пока одна карта была, жахнуть, он согласился. Тянет время, гад. Фу! Дышать забыл. О-хо-хо. Ты победил! Пожалуй, ты готов бросить вызов Лугасу Безумному. Мне прямо интересно, согласится ли он сыграть с тобой на своего катакана. Таинственный эльф! Таинственный эльф! Ты его хотел! А катакана-то кто? Я не знаю. Не помню. Так. Добавляй. А, он же универсальный, кстати. Он и в скейт-эйлях будет, да. И в чудовищах, наверное, да. Лугаса Безумного, да, говорите? Еще этот же. Прав. О, уровень апнули. Не, мы сейчас к краху, наверное, да, сходим. Я хотел поговорить. Подожди, я сохраниться забыл. До свидания. Я хотел поговорить. Ты случайно не играешь в Гвинт? Ха! Мышавур научил меня правилам и дал мне колоду. Хочешь сыграть? Давай. Давай по-быстрому. Давай попробуем за Скайтейли, но у Скайтейли, мне кажется, мы сейчас продуем. У них колода такая себе какая-то. Несбалансированная. Да. Много лекарей, как бы, но... Александр просто в отрыв ушел. И давай и за этих сыграем, и за этих сыграем, и за тех сыграем. Чудовище. Так. Наверное, командирский один скинем. Ясное небо, да? Ну, может быть... Не знаю. Оставлять ясное небо или нет? Так, а тут у нас что получается? Лекарь Гвинкар. Застрельщик. Поддержка Гвинкаров. Махакамский добровольцы, весь мир. Вот добровольцев, наверное, можно скинуть. Здрасте. Ой, а что я делаю-то? Ну ты прикольный. Сразу казнил. А что мелочиться? Держи эльфа. Спасовал. Класс. Ну и кем бы мне тебя? Весемиром остается только. Я думаю, что и читерит. Он очень четко пасует, когда мне нечем сходить именно перебить вот эту вот его карту там на единичку, на двоечку буквально. Mm-hmm. У меня все карты очень хорошие, то есть перебить такое число просто сложно. Точнее, невозможно. Но я не буду ему отдавать раунд. У меня есть лекарь один, даже два лекаря. А учитывая, что у него остается кто-то на поле боя всегда, он второй раунд потом пасует сразу. Гад. Стоять. Что там у меня? А, и Весемир, да?
принципе, можно сделать так. Так, начинается. Эх, не очень удачно он этим пугачом своим закрыл этих главоглазов, гад. Подожди, я весь мир забрал? Тьфу ты! Я хотел лекаря забрать. Как я так? Странно. Пофигу. А, нет, не пофигу. Ну, в принципе, это хорошо даже. Две шестерки. Ну да, и Весемир. Но я думаю, нормальный размен будет. Так а что тебе, клади еще пока. У тебя больше-то уже не будет карт по номиналу. Может, он еще доложит просто что-нибудь. То есть ты ничего не теряешь просто. А, ну вот. Пожалуйста. Три шестерки еще сойдет. А ты мастер. Знаешь что, у меня тут есть такая редкая карта. Возьми ее, она тебе больше пригодится. Спасибо. Пожалуй, тебе будет интересно сразиться с одним человеком в Каэртрольде. Он обычный портной, но противник достойный. Его зовут Сьюста. Ну вы прикольные, меня Рау. Туда-сюда. Башку-то ему отрезал. Так. Такая башка великана на дочеку. О, здрасте. Привет. Море с утра спокойное. Будто боги почтили смерть великого конунга. Ты портной? Портной. Надо думать, единственный на островах. Подстричь? Да не, нам не надо. А товар? С удовольствием взгляну на твои товары. И правильно. У меня чего попало, не увидишь. Ну так. Ты случайно не играешь в гвинт? О, это моя великая страсть. Хочешь сыграть? Конечно. Еще бы. За кого? Давай за королевство. Ой, стоп. А что я сделал? Чучело одно положил или нет?
Да нет, наверное. О. Что ж такое-то? Мы сегодня постоянно, вот я выбираю, они играют против меня теми же, той же фракцией. Забавно. А ты эльфа добавил сюда? Да. Не очень удачно. Ха, понеслась. Что ж мне не везет-то? Давай мне обратно шпиона. А, ну у меня же Дикстер еще есть. Я ему Дикстеру лучше отдам. Прикол. Вот вы, весельчаки. Да ё-моё, еще шпионов хочу. Придется резать, видимо, на следующий ход. Так, ну короче, не знаю, на. Спасибо. О, эльф. Красота. Эльф, конечно, слишком просто крутая карта. Может быть, придержать пока шпиона одного. В том плане, что я ему сейчас пятерочку дам. И этим своим не смогу уничтожить много карт. А так, вдруг он сейчас что-нибудь на 4 еще выложит. А я... вдруг не выложит? Кокошу. Ну да, может не выложить. Тоже верно. А с другой стороны, мне все равно ловить особо нечего. Пусть выкладывает пока. А я потом могу сдать мороз, попробовать, и весь ряд у него просто выкосить. Если получится, конечно. Ладно, нужно больше карт. Сложно, слишком много карт. По-моему, Королевство Севера какая-то колода имбалансная просто. В ней вот все самое лучшее от всех колод получается собрано. Монстры очень такие. Если у противника есть мороз, шпионы, то обычно все заканчивается в пользу противника. По ощущениям, скажем так. Я могу, конечно, ошибаться.
О, напугал. Он что-то чует, не стал в нижний ряд дулеть. Да, но при этом еще он что-то сверху готовит явно. Ага. Но у меня казнь есть на этот случай. Если там действительно что-то мощное будет. Угу. Чё? Ну, использовал лидера. Я понимаю, но... Читать надо было, что он делает. Ну да, такой не попадался пока ни разу. Угу. Но он же второй раз не может ее использовать уже? Нет, все. Текс. Но мне вот сейчас самый вариант, наверное, казнь сдать. Я 3 карты у него вынесу. А потом я не смогу просто ее больше. У меня не будет вариантов. Так это же хотел морозом и... А у меня 3 галки есть. Ну. Я сейчас сделаю вот так. А, даже 4 карты. О! Я, правда, уже победил. Но вообще план был такой. Потом я делаю вот так. И не совсем. Ну. Но в любом случае, вот так. Все равно неплохо. Вот. Браво! Поздравляю с выигрышем. Гейвин. Или как он там, Яевин? Ты где? А чё он какой-то обычный? Такой должен быть и золотым каким-нибудь. Мне кажется. Ау! Ай! Больно! Терпи! Да. Ну все, осталось только это. Клугусу. Клугусу, да. А там, может быть, он еще к кому направит. Сейчас ворчать там начнут. Да, скорее всего. Извините. Да нет, не извините, идите нафиг. В Кайр-Тролле все как-то прилично, а эти здесь совсем как дикари какие-то живут. С Крахом иди поговори. Два клана на одном острове. Непростое должно быть соседство. А мы это слушали вроде. Сосед, ну да, это вроде. Тот, кто живет рядом с тобой, а не тот, кто занял половину твоего дома. Анкрайты, ну захватили да, наши земли. Было. Во времена Харальда Хромов. Что не оправдывает без... Ну и это тоже было. Так, ради интереса. Вот поэтому. Давай-ка я еще раз сохраню, чтобы диалоги почекались. С крахом! Ты случайно не играешь в гвинт? А чайки случайно не срут со скал? Доставай колоду! Скучно сегодня, будем играть на моего катакана! Ну покажи, что ты умеешь. Катакан, это скорее всего у него монстры, да, насколько я понимаю? Ну да. Мороза нет, да? Ну да. Хреново.
Я вот даже думаю, может быть, сбросить золотую карту. Хотя нет, наверное, лучше Детмальда сбросить. Он у нас без бонусов. Гач. Удваивает силу всех рукопашных отрядов. Дополнительный урок, считай. Да. Отлично. Мне бы еще мороз вытянуть. Ну ладно. Сколько у него там? 22. В принципе, я двумя золотыми могу забить эти 22. Но будет уже не 22. Ты одну положишь, потом он что-то будет класть. Нет, он пасанул уже. А, все уже. Точно. Так что, в принципе, да, наверное. Можно было бы еще, наверное, даже правильнее было бы сделать три галки поставить, убить у него крутые карты. И две. Одну карту потом. Да, и потом я резнуть бы смог его. И еще кого-нибудь убить. Ну, да. А теперь без вариантов, придется так драться. Но у нас преимущество по картам, надеюсь, получится. Не уверен. Сейчас начнет там. Да. Я думаю, что это уже неплохо. Две карты вырубить. Сейчас. Ох ты, ё. А это еще лучше. Стоп. Одна на 10 была. Вот зараза. Ну вот и я удивилась. Я не видел. Подожди, у меня есть еще. У меня же этот есть. Чучело. Ну все, я победил. Прям инфаркт чуть не получила. Да ладно. Я уже такая... Двинул бы я тебе между глаз. Только ведь потом начнут говорить, мол, Логос безумный. Бери катакана и уматывай. Ну-ка, ну-ка, что там за катакана такая? Ща. Вампиры. Вампиры. Это, наверное, как раз который посильнее чуть-чуть. Башка кружится. Да, это который посильнее. На пятерочку, а не на четверочку. А вот который тебе всю малину испортил. Да, кажется. Да. Он очень неплохо, конечно, сочетается. Вступает в роли щита такого. Круто. Ну вот. И что, и все? Мы тут все победили? Новый предмет Мгрвар Мрейс. Нам лидера дали. А, ты, наверное, закончил цепочку. Поэтому лидера дали. Ну-ка. На скеллиге. Которого из них-то я даже не помню. Синего вот это вот. Там, где вот слева, по-моему. Где с мужиком синим стоит. Или этого. Не знаю. Первый, нет, третий, вот это было. Был. Нет? Это было. По-моему, либо вот этого не было, либо вот этого не было. Вот это было. Значит, вот этого не было. Угу. А может, нам карту дали? Все-таки Эмгир. Нет. Так нет, лидера же дали. Ну, мало ли, а может, он отдельно карты ищет. Не, идет. Вряд ли. Ладно, прикольно. Все, с гвинтом мы
точно здесь закончили? Как минимум с заданием. Но у нас еще висит собрать полную коллекцию. А что получается, интересно, по этой энциклопедии? Сейчас бы еще найти ее. Вот это она? Да. А на Велине у нас две карты, на Скеллиге две карты и число карт, которые еще можно выиграть у игроков, не отличающихся особенной известностью или мастерством. Торговца какого-нибудь. Угу. Ну, понятно. Велин две карты и Скеллиге две карты. С кем мы, интересно, еще не поиграли-то? Жалко, нельзя сделать, чтобы он подсказал, кто там остался, допустим. Хотя бы на каком там островке. Ну да.